А разве вам не все равно? Нет? Окей. Сколько можно ее проходить? Твою мать! Сколько? Уровень называется прорыв. С вами Hedgehog Inc. И мы проходим Fear Extraction Point. О да, эти запахи канализации. Прям как в родном доме. О нет. О нет. О нет. Умер? Он умер? Он умер? Мне повезло. Ну-ка, 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 где? Где? Где еще? Где? Должен быть еще один. Лазерный! Лазерный чувак! Супермен, слезай оттуда. Ты не такой сильный. Я знаю, что тебя убьет. Криптонит. Да, 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 да. Сука. Где, 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 где еще один? Я слышал. С дробовиком. С дробовиком. Ах ты сучка такая. Блин, у меня 107 здоровья. Серьезно. все так сложно на самом деле. Так, это у нас лазерная винтовка. Не-не-не. А вместо чего ее взять? Ну-ка, ну-ка. Не, это считай, это 8 противников. Здесь. А здесь ракетница. Твою мать. Ну. Ну давай. Блять. Там не пройти. Значится. Вот так, да? Значится вот так. Ой, давай я тогда ракетницу сейчас израсходую. На противников. Если сейчас не будет загрузки. Если сейчас не будет загрузка уровня. Да. Это что такое? Подожди. Это автоматическое оружие. Подожди, нет. Это что-то новое, подожди. Или это дробовик? Это либо что-то новое, либо дробовик. Где они были-то? Слышь, где они? Так, раз. Два. Ну еще давай. Еще там, я там один был, я знаю. Ладно, хуй с ним. Пошли забирать. Пошли забирать нашу лазерную винтовку. Или давай-ка мы посмотрим, что у нас. Да, это дробовик. Подожди, это не дробовик. Я все равно не хочу ее, но. Подожди, это. Это. Бля, нельзя. Бля, не перепрыгнуть. Это не дробовик. Я его не хочу, я его не буду брать. Мне потому что с того еще не нравился. Давай лазерку возьмем. Да. Да. Так, значит, здесь у нас 8. Тут у нас патронов хватит. Хорошо. Пойдем тогда с лазеркой их мочить всех. Мочить чертовых клонов. Чтобы наконец пройти эту игру. Да. Да? Так, запомни, тут аптечка лежит. Окей. Окей. Аптечка. Хорошо. Очень хорошо. Ладно, можно фонарь включить. Они все равно знают, что мы тут. Да? Они ведь знают? Они ведь знают. Окей. Мы там... По-моему, были. Нет? Подожди. Нет, мы там не были. Сука. Аптечку просрал. Ну и хуй с ней. Сохранение. Ой, мне не нравится. Ой, мне не нравится тут. Зачем я стрельнул? Давай-ка, давай-ка мы штурмовку возьмем. Бля. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Чё, новые противники, что ли? Не. Не, не может быть. Не. Даже это вообще, по-моему, Альма была, так что хуй с ней. Да.
Нет, если серьезно так подумать, когда мы закончим-то? Не, у меня ведь еще одно там дополнение к нему. Серьезно, еще одно дополнение ведь у нас есть. А представь, если вот это вот, если Extraction Point будет больше фира основного. Да блять, это пиздец. Это пиздец. Окей. Окей. А хуль так стрёмно-то тут, а? Ребят, я не люблю такая, я не люблю такая. Ну-ка. Давай-ка мы пройдем дальше и наконец... А, блин, мы ж в метро. Мы же глубоко-глубоко в метро спустились, серьезно. Бля, это стрёмно. Это очень стрёмно. Я не хочу идти. Чувак, ты это... Ты нереально крут. Ты нереально крут. Вот сволочь, а. Он ее просто вот на раз вынес. Не, серьезно, здесь просто охуенный. Здесь он просто... Просто вот топ. Топов. Лучше, наверное, нигде нет. И искусственный интеллект. Да. Да, бля, я мог это все подорвать. Ну-ка, я вот... На всякий. На всякий случай. Чтобы меня не подорвали. Меня не подорвали. Ну-ка. Понял, как со мной иметь дело, да? Я нереально много что-то потратил жизни на это. Почему меня задел взрыв? Он не должен был меня задевать. Так, где аптечка была? Где аптечка-то? Подожди, она была... Тут? Да, она была тут. Отлично. У меня одна турелька есть. Где ее можно, в принципе, использовать? Блин, они... Если просто турель оставлять, она нереально хлипкая, ее быстро-быстро убивают. Но вот если... А, от коня отсюда спускались. Но вот если... Если мы будем в пекле, если у нас где-то есть укрытие... Например, вот тут ее можно поставить, забежать сюда за угол и отстреливаться. Командир приказал подготовить заряды. Установить заряды. Объект приближается. Заряды? Серьезно? Заряды? Какие заряды? О, нет. О, нет. А, мне это не нравится. Я оставлю ее тут. О, блядь. Ты посмотри. Если это ебанет, то это, блядь, ебанет. Не-не-не-не-не. Не, подожди. Нет! Противник! А, вы что-то это... Вы не тот тоннель подорвали, ребят. Неудачники. Итак, давай-ка мы немножечко сначала сделаем раз. Подумаем, где у нас еще может быть противники. Может быть противники. Да, где у нас может быть противники? У нас могут быть противники. Ты пройдешь? Нет? Нет, да. Нет, ты пройдешь? Нет. Ну-ка, сучка, влезай. А, да. В смысле, ты охренел, что ли? Не умирать. Та-да-та-та-та! Так. Так, там еще один был. Эдшот! Yeah. Просто восхитительно. И у меня два патрона осталось. Это два, ну, может, один противник. Два или один.
Раз. Два. Восхитительно. Я беру снайперку. Бежим, 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 бежим. Бежим за снайперкой. Бежим за снайперкой. Потому что она... Ну, чувак, ты неплохо так... Неплохое местечко себе выбрал, чтобы отдохнуть. Снайперка. Вот она. Там вроде двое бежало. Так что, в принципе-то, нам... Особо такой разницы нет, подбирать или не подбирать патрон. Но все равно, патрон здесь важная, важная составляющая. Патроны здесь важная составляющая. Да. Бля, он двигался, что ли? Лол. Что-то я как-то стремаюсь. Вагоны обыскать надо. Вагоны просто надо, потому что здесь может быть... Охренеть много аптечек. Слишком много аптечек на квадратный метр. Если такое случается, значит, нас ждет что-то очень... Да вы серьезно? Слишком много аптечек? Или они не рассчитывали на то, что я буду настолько сильный? Так, сюда нет, сюда не забраться. Ну ладно. Походу тут... Походу тут реально пиздец. Ну-ка. Давай-ка мы возьмем тебе. И... Еще одна аптечка, да вы издеваетесь. Мне кажется... Заперто. Мне кажется, или тут немножечко... Привет. Я не знал, что это... Слышь! Ты, а ты ведь не жир трест! Без меня ты бы не выбрался из источника. Ну ты мне помог, ты мне помог вообще? Подожди, сейчас я схожу и открою дверь. Только потом возьмешь меня с собой. Жир трест, ты жив! Блин! Как? Не, подожди, я хочу пласт... Ёшкин свет! Он меня опять оставил, да? Он меня опять оставил. Слышь, вылезай! Гондонище! Он меня опять оставил! Слышь, открой дверь! Тут что-то страшное происходит! Бля, я не хочу. Ой. Что за хрень? Лол. Это что сейчас было? Да блин, у меня и так много аптечек. Вы серьезно? Вы к чему меня готовите? Я не понял. Как будто к боссу какому-то. Еще одна, да вы издеваетесь надо мной. У меня уже 100 брони. Ребят, вы меня реально... Нереально искушаете. Слышал? Слышал, слышал. Бля, дверь, дверь, дверь! Дверь открой, блядь, дверь! Так. Ну-ка, ну-ка, подожди. Я там что-то видел, там какое-то движение. Понял. Сука, стой. Вот ублюдок. Еще одно. Так. Ой, что я сделал? Я не то хотел, я хотел нажать эш. Блин, ребят, вы это... У меня что, патроны закончились, что ли? У меня реально патроны закончились. Ладно. Окей. Бля, возвращаться туда... Это долго, больно.
Может, так выживем. Так, мне показалось, что там кто-то сидит. Окей, окей, окей. Ну да, ну да, ну по-другому быть просто не может. Ну. Чё за... А, Альма дурит, да? зацени, как работает Альма, да? Восхитительно, просто восхитительно. Да. А ты чё хотел? Меня не остановить. Мне реально очень-очень не нравилось, что там так много аптечек. Это бесит, меня бесит такое. Это ребаланс какой-то, ребаланс. Эти аптечки вот тут бы их раскидали. Дальше бы раскидали. Да. Ну, собственно, что они сделали. Да? Да. Окей. Окей. Не знаю, что говорить. Я уже хочу пройти наконец эту игру. Она просто восхитительная. Это просто 10 из 10. Она уже моей любимой игрой стала. Просто уже моей любимой игрой стала. Лучше ее вот... Не знаю, что лучше ее. Ведьмак только. Но это два совершенно разных жанра. Это шутер-хоррор, а Ведьмак это, блядь, РПГшка. Ну да, может, с некими элементами хоррора. Так. Отлично. С этими разобрались. Остался один здесь, да? Да, он ушел. Он ушел далеко. Я не хочу сюда влезать. Здесь шикарное укрытие. Здесь восхитительное укрытие. Мне минимальное количество... Минимальное количество пуль в меня попадает, я хотел сказать. Но нет, они все-таки попадают. Ну-ка. Блядь, да успокойтесь. Подожди немного. Подожди. Никаких, сука, гранат. Нет! Сдохни! Гондон, блин. Еще на меня тут лясу будет точить. Они реально рассчитывали, что... А, ну, я все аптечки подобрал! Я-то думал, что все уже... Бля, я-то думал, что больше не увижу эти маленькие шприцы, которые меня все время спасали. Но нет, вот они. Вот они, восхитительные маленькие шприцы, которые усиливали меня. И все, и способности, и жизни мне давали, бля. Я так счастлив. Все, мне больше ничего не надо в этой жизни. Все, я получил все. Я получил все, что хотел. Да. Броня 100. Все 100. Тут лежит какая-то пушка. Можно идти дальше. Можно хоть на босса. Там, не знаю, да? Хоть на босса. Хоть на кого. Ну-ка, оставим-ка на потом. Это самое мощное оружие. Блядь! Беги! What the fuck? Беги! Беги!
Клоны повсюду. Отлично. Они захватили город. Здорово. Ракетница. Босс-вертолет? Босс-вертолет! Эй! Блять! Взрывай его, сука, давай! Да хоть попади хоть один патрон! Да сука, да ты серьезно? Какого хуя? А, подожди, его не нужно было убивать. Блять. Его убивать-то не нужно было. Сука! Серьезно! Я зря все потратил. Я зря потратил ракетки. Блять. Ну и хуй с вами. Ну и хуй с этими ракетками. Подожди. Я оттуда. Точно. Меня оттуда откинуло. Во. Черт. Так, 21 минуту записываю. Блин, я 20 минут проходил уровень, серьезно? Фу, ну-ка. Так, у меня есть... Да ты серьезно? Нет! Прыгай, блядь! Мудила! Да откатывайся ты уже! Давай, убивай его! Сука, какая перезарядка, нахуй! Пошел нахуй со своей перезарядкой! Прыгай, блядь! Только не подпускай его к себе, он с одного удара убивает! Давай! Еще один удар остался. Или два. Один удар. Это было сложно. Да, это было сложно. Гранатки. Там сверху ничего нет? Там сверху ничего нет. Хуй с ним. Надеюсь. Это был только один. Надеюсь, здесь не будет еще троих или четверых. Нет? Я просто очень на это надеюсь. Просто очень. У меня есть мина. Две. У меня есть три гранатки. Хорошо. Very good. Мне некуда идти. Хорошо. Да бля, да вы серьезно? Я просто вернулся назад и подобрал еще одну, потому что, ну, ибо нехуй. Ибо нехуй. Так. Как вот... Как, блядь, они в меня попадали? Тихо, спокойно. Подожди, мне бы, конечно, здесь закончить, но... Да ладно, хуй с ним. Бля, прячемся. Они слишком далеко, я до них не достаю. Бля, мне нужно было снайперку сохранить на этот момент. Тихо. Убью. Блять. Они, сука, пиздец точные. У них прям читерская точность какая-то.
Там еще вроде был один. Бля, у них реально просто читерская точность. О, мне это не нравится. Так, а это что такое? Бля, что это такое? Ну-ка, ну-ка. Хуй знает, блядь. Хуй знает, что это за хрень. Что он здесь делал? Почему его нельзя уничтожить? Это типа передатчик их. Но мне нужно его уничтожить. Не работает. Да, ладно. Давайте здесь закончим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, делитесь своими друзьями. Подписывайтесь на меня в Facebook, Twitter, ВКонтакте. И всего вам хорошего, ребят. Играйте только в лучшее. Эта игра просто 10 из 10. И это без сомнений. Я ее еще не прошел, но я просто уверен. Концовка... Блять, это шутан, какая концовка, тут даже сюжет просто за уши притянут. Я не знаю, вот что, не знаю. Тут просто ходишь и стреляешь, так что качайте, играйте. Советую. Просто новая игра. Всем удачи, всем пока.